Вслед за основным составом «Металлурга» и «Кузнецкими медведями» подготовку к сезону начала команда юниорской хоккейной лиги. Новокузнечане проводят тренировочный процесс в Бочкарях. Участие в занятиях принимают 32 игрока, 28 полевых и 4 вратаря. Основной костяк – 2005-2006 год рождения. Мы тренерским штабом очень довольны, насколько шикарные тут условия. Тут все в шаговой доступности. Столовая, ледовый дворец, спортивный комплекс, открытая площадка футбольная. То есть все, что есть, все под рукой. Теразовое питание у парней, прием пищи – неотъемлемая часть подготовки для восстановления спортсмена. В межсезонье на пост наставника юниорского «Металлурга» был назначен Илья Захаров. Тренировочный процесс под руководством специалиста строится с учетом требований, которые есть в молодежной команде, чтобы в будущем игроки, переходящие из ЮХЛ в МХЛ, сразу были готовы конкурировать за место в основе. К занятиям с юниорской командой уже сейчас подключаются хоккеисты и младших возрастов школы «Металлург». В Алтайском крае тренируются игроки 2007 года рождения и даже один хоккеист 2008. Ребятами доволен, все справляются без травм, стараемся работать правильно, привить ребятам технику выполнения упражнений, особенно касается работы со штангой, чтобы не навредить. Вот самое главное – это здоровье, ну и чтобы планово подготовить ребят молодежки. Тренировки у нас проходят, мы по графику работаем 4-1, то есть это две силовые тренировки по группам делим. Плюс игровая, плюс у нас отрезки короткие и фальтрек на общую выносливость работы. Компания «Евраз» в предстоящем сезоне берет на себя финансирование трех команд «Шор Металлург» юниорского состава 2007 и 2008 годов рождения, что уменьшит финансовую нагрузку на школу хоккея. Сотрудничество между самими командами станет еще более плотным и будет направлено на качественную подготовку местных выпускников «Металлурга». Компания «Евраз» оказывает финансовую поддержку нам. Мы имеем возможность проводить полноценный тренировочный процесс на выездных сборах. При этом находимся в постоянном контакте с тренерским штабом «Кузнецких медведей». Как я и говорил раньше, и клуб, и школа работают в одном направлении. И это не пустые слова. Это все видно сейчас на практике. В клубе действительно заинтересованы, чтобы как можно больше ребят из школы «Металлург» пополнили состав молодежной команды. А затем и команду мастеров. Это и называется вертикалью развития хоккея, в рамках которой мы все вместе придерживаемся и работаем в нужном направлении. На следующей неделе юниорский состав «Металлурга» начинает сборы в Новокузнецке. К команде присоединятся те хоккеисты, которые не попадут в заявку «Кузнецких медведей» на предсезонный турнир в Омске. И игроки, которые максимально проявят себя в тренировочном процессе, затем будут подключены к работе с молодежным составом.